быть супергероем. Это серьезное испытание. Кто защитит этот мир, если не такие люди, как ты? Marvel представляет. Я Дженнифер Уолтерс, я юрист. У меня замечательные друзья. Нам два шота, пожалуйста, у нас ЧП. Ответственная работа. Мы только что открыли отдел сверхчеловеческого права, и я хочу, чтобы ты стала его лицом. И разочаровывающая семья. Ты не просила об этом, но нам все равно нужно разобраться с этим. Трансформации вызываются гневом и страхом. Но это основа основ вообще любой женщины. О, Брюс, такое ощущение, что если я не трансформируюсь, то умру! Да. Нет, нет! Я просто хочу быть обычным, безликим адвокатом. Не подскажете, где женщина-Халк? Джен, ты теперь история. Девочка, твоя задница сейчас выглядит просто отпадной. Ты могла бы стать мстителем. Я не супергерой. Это для миллиардеров и нарциссов. И для взрослых сирот почему-то. Есть ли что-нибудь более удручающее, чем свидание после 30? Это лучшее свидание, что у меня было. Может, разделим картошку? Лучше возьмем с собой. Смотрите в озвучке Flaro Films.